В Хакасии нет действующих лесных пожаров. Таков ответ на обращение, которое накануне поступило в рубрику «Мобильный репортер» из Абазы. Город Абаза. Небо здесь немного задымленное, но не так сильно. А вот в области Саян вот этот дым в течение часа стал немного даже сильнее и гуще. И присутствует запах горелого дерева. В Министерстве природных ресурсов нам сообщили, за минувший день на территории республики не было зарегистрировано ни одного лесного пожара. Не поступало сигналов из приграничных территорий, то есть нет очагов ни в Туве, ни в Кемеровской области. Поэтому переживать жителям Абазы не стоит. Кстати, за все это лето в Хакасии было только одно возгорание в лесу в июне в Аскисском районе. Тогда из-за грозы возник огонь в Балксинском лесничестве. Пострадало 38 гектаров. Всего с начала года на территории республики зафиксировано 45 очагов. Пик возгораний в лесной зоне пришелся на весну. Больше половины пожаров произошло в труднодоступной местности. В связи с этим сейчас решается вопрос о расположении в Хакасии авиазвена Федеральной авиалесоохраны. На данный момент ближайшее подразделение базируется в Шушенском. Чтобы организовать дислокацию авиалесоохраны в Хакасии, нужно помещение. Власти республики занялись поиском подходящих вариантов.